Зимние каникулы – это время чудес, подарков и положительных эмоций для детей и взрослых. Уют свечей, красочные переливы, гирлянд, сверкание бенгальских огней и яркие всполохи салютов давно стали неизменными атрибутами Нового года. Наравне с мандаринами и елкой они создают особое настроение. Чтобы праздники запомнились только счастливыми моментами, стоит соблюдать некоторые меры предосторожности, обращая особое внимание на правила пожарной безопасности. Салюты, петарды, хлопушки и бенгальские огни – наверное, самые популярные товары перед зимними праздниками. Многие родители охотно покупают подобные игрушки своим чадам. Ведь так хочется, чтобы праздничная ночь запомнилась яркими брызгами фейерверка. Но, к сожалению, такие забавы нередко оборачиваются совсем нерадостными впечатлениями. Неисполнение правил эксплуатации или истекший срок годности пиротехники, а также оказавшиеся поблизости легко воспламеняющиеся материалы могут стать причиной пожара или другого несчастья. При покупке в магазине необходимо обратить особое внимание на наличие сертификатов соответствия на данную продукцию, осмотреть целостность упаковки. Необходимо, чтобы на упаковке имелась инструкция по применению данного изделия на русском языке. Значит, все сертификаты должны находиться у продавца на месте торговой точки. Если сертификатов не имеется, то от приобретения такой продукции лучше отказаться. Отдавайте предпочтение отечественной продукции, она надежнее. Ведь, как правило, выпускаются такие фейерверки на бывших оборонных заводах, где продукция проходит серьезный контроль качества. Запрещается взрывать фейерверки, фонтаны или салюты в помещениях, в местах большого скопления людей, вблизи от автозаправок, линий электропередач или газопроводов. Для запуска выбирайте открытую площадку, находящуюся в отдалении от жилого массива. Традиционный символ новогодних и рождественских торжеств – пушистая елка. Большие и маленькие, натуральные и искусственные, любых расцветок и материалов. Какую бы ель вы ни выбрали, важно помнить о некоторых правилах. При установке елок в домах, значит, необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, а именно, чтобы ветви елей не касались потолка и стен помещения. Применять для украшения елок гирлянды, только имеющие соответствующие сертификаты и находящиеся в исправном состоянии. И главное, среди новогодней суеты не оставляйте малышей без присмотра. Тогда праздники пройдут весело и без происшествий. Алена Лавринова, Александр Косицын, Александра Тимовская, программа «События».